Гайцы тебе что, не люди, что ли? Не, ну сам же ты прешь, сам прешь на красный. Ничего, как будто не при делах. Как только тебя кто-то подрезал на светофоре. Да, где ГАИ? Да ну его. Раньше все было понятно. Все было как-то по полочкам, все по такси. Форд пятером, Мерин пятнахом, Жигули, да езжай ты, лишь бы доехал. Ебануться, пацаны, че творится, блядь? Собянин этот твой вообще беспредельщик. Гений компьютерный. Москва, хозяин Москвы. Какой такой хозяин? Какого хуя он везде, по всему городу камер нахуячил, я не понимаю. Везде? Везде. Смотрит он за всеми. Мне, блядь, приходит, мне, вот. Жены моей машина, блядь, я платить, ебануться. В пизду, блядь, ушел я нахуй оттуда. Это что, я должен целыми днями сидеть, блядь, тупить в компьютер, фотки разглядывать? Да нахуй мне это надо? Тебе не отдам, не отдам. Нормальных-то гайцов не осталось в Москве вообще. Люди ушли, блядь. Остались роботы, роботы. Денег ему даешь, не берет. Я человек, я готов помогать людям. А люди помогают мне, это нормально. Вещь! Поймал, блядь, остановил, заплатил, отпустил, все. Нормальные пацаны к власти придут, все будет хорошо. Я тебе это говорю. Кто угодно, только не Собянин.